Что будет, если уложить волосы кока-колой? Бывает, что волосы нужно уложить срочно, а под рукой нет ни спрея с морской соли, ни глины. Но кока-кола есть везде и всегда. Так что же будет, если уложить волосы кока-колой? Кока-кола – это прежде всего сахар. А сахар будет склеивать ваши волосы и делать их более матовыми. Да, помимо сахара, там много всего есть в составе, но давайте рассуждать здраво. Вы же не будете кока-колу укладывать волосы постоянно. От одного раза ничего не будет. Волосы не выпадут, кожа не сгорит, череп не расплавится. Это только на крайний случай и только в качестве эксперимента. А трюк в этом видео выполняет профессиональный каскадер по волосам. А чтобы сделать из кока-колы укладочное средство, мне понадобится распылитель. Готово. Ну что, начнем? Сейчас я нанесу колу себе на волосы. Смотрите, что происходит, она сама протекает. Газы изнутри выталкивают колу. Я весь уже сам весь облился. Ну, что не сделаешь ради эксперимента. Итак, все, я весь в коле. Не только волосы, но и одежда. Сейчас я расчешу и высушу волосы. Беру расческу, щетку. И аккуратно расчесываю волосы. Теперь фен. А вот и результат. Классическая укладка кока-колой. Ну как вам? Напишите в комментарии. Волосы довольно сильно зафиксированы благодаря сахару, но при этом они матовые. По эффекту на волосах очень сильно напоминает спрей с морской солью. Но я, конечно, переборщил с кока-колой, можно было ее использовать гораздо меньше, и эффект, возможно, был бы даже лучше. Но мне нравится, что получилось. Свою функцию кока-кола выполнила. Волосы уложены, волосы зафиксированы, и волосы матовые. То есть, кока-колы не видно на волосах. Многим производителям укладочных средств можно поучиться такому эффекту у кока-колы. Подведем итоги. Кока-кола может вас спасти, если под рукой не оказалось ни глины, ни спрея с морской солью, например. Она реально поможет вам уложить ваши волосы, но только пользоваться ей стоит в исключительных случаях, потому что есть большая вероятность нанести вред своим волосам при регулярном использовании кока-колы в качестве укладочного средства. Обещай мне, что не будешь пользоваться кока-колой для укладки волос, а купишь себе хорошие фирменные стайлинги. Иначе, возможно, не будет того, что можно уложить. А теперь поставь лайк или дис этой укладке и напиши в комментариях, как ты используешь кока-колу. А еще подпишись на мой канал, ведь я снимаю эти видео для того, чтобы тебе было что посмотреть на YouTube. До встречи в следующем видео. С Новым годом! Thank you.